В мире коронавирусной инфекцией заболело более 5 миллионов человек, выздоровело более 2 миллионов, а умерло более 350 тысяч человек. В Оренбурге уже выявлено около 1900 случаев заражения. За последние сутки плюс 54 новых случая. Напомним, неделю назад для выявления COVID-19 начали использовать компьютерную томографию. Это решение попутно своей основной функции позволило выявить у оренбуржцев туберкулез и онкологию. Всего около 80 оренбуржцев, у кого случайно диагностировали тяжелые заболевания. К сожалению, сегодня ночью у нас погиб еще один пациент с Акбулаком, мужчина. Он длительно у нас находился на искусственной вентиляции легких. Он поступил 30 апреля, сразу же поступил в реанимационное отделение. У 20 пациентов тяжелое состояние протекания болезни, а 5 человек находится на искусственной вентиляции легких. Добавим, на территории 7 населенных пунктов полицейские проводят круглосуточные патрули. В мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции ежедневно задействовано более 500 сотрудников правоохранительных органов.